Лето – хорошее время для укрепления иммунитета человека. В этом нам помогают яркое солнце, полноценный отдых и витамины. Не последнюю роль в поддержании организма играют лечебные травы, настойки и бальзамы. Широкий ассортимент полезной и вкусной продукции представлен в одном из тверских магазинов. Подробности в нашем следующем сюжете. В Твери открылся магазин здоровья – дом натуральной продукции на основе целебных трав Алтая. В ассортименте магазина более 500 товаров, как для взрослых, так и для детей. Есть различные бальзамы, эликсиры на меду, есть настойки. Наибольшей популярностью покупатели пользуются фиточаи из самых разных трав – плодов и кореньев. Они подойдут как для людей, страдающих каким-либо недугом, так и для тех, кто хочет укрепить свой организм. Грушанка – круглолистная трава. Она заваривается, настаивается. Принимается она от различных заболеваний. Гингобелоба листья улучшает работу головного мозга, сердечно-сосудистую систему. Кроме того, в магазине вы найдете сиропы, чаи и дрожжи для своих детей. Они созданы для улучшения памяти, ослабления симптомов аллергии и укрепления иммунитета. В продаже также фитокомпозиции, которые магазин рекомендует использовать при различных видах онкологии в качестве вспомогательных средств. А в период борьбы с коронавирусом большой популярностью пользуются нативные капли, помогающие справляться с разными видами инфекций. Отметим, что продукция не является лекарственным средством, и перед ее применением следует проконсультироваться с лечащим врачом.